У меня все, что нужно для блюда, кухня, приправы, плита и посуда. Но это мне все равно, ведь я не умею готовить, я не умею готовить. Но так полосну, может, наискосок, и получается мясо кусок, и все. А мне говорят: мало, Оля, надо перца, надо соли, надо крутить, отбивать, запекать и шлифовать, 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 а сверху мороженое и фрукты, а ты только так переводишь продукты. Да, я на кухне негодный работник, я не повар, я охотник. О, да, я обожаю охотиться, я знаю прекрасно, где они водятся. Я не боюсь ни мозолей, ни ссадин, я месяц способна таиться в засаде. Я изучила все их убежища, их водопои, пастбища, лежбища. Если стреляю, то бью офигенно, лежа навскидку с плеча и с колена. Вы видели только, какие же цели плясали в моем беспощадном прицеле. И я возвращалась с тяжелой ношей и знала одно: я охотник хороший, когда говорили: ну браво, отлично. Кому и не снилось подобной добычи. Но как только дело доходит до кухни, я сразу теряюсь, лажаю и тухну. И в результате выходит говно, ведь я не умею готовить, я не умею готовить. А мне говорят: ну что ж ты, солнышко наше, учись, ну хотя бы простецкую кашу, а то же вечно налепишь убого и слабо, а ведь еще называешься баба. Но я не умею готовить, и